С нами Мария Панфилова, героиня матча МГФСО «Самарочка», которая только что принесла решающее третье очко своей команде. Москвичка, расскажите, как вам удалось обыграть таких зубр? Да, не знаю, сложно сказать. Я просто играла. Мне нравилось, удовольствие. Я получала просто удовольствие, и все. Вы же обыграли, скажем, нашим зрителям Валерию Щербатов и Екатерину Зеронову. Последний розыгрыш пятого сета с Валерией Щербатых, это было что? Надеюсь, это будет в подборках. Обязательно. Ну, как сказать. Я просто старалась попасть больше на стол, чем соперник, и все. Вы не тушуетесь, когда вы играете в задней линии. Вы активно бросаете свечки, подбегаете, перекручиваете. Ну, у меня еще рост такой, мне удобно играть в средней зоне, задней линии. Я умею перекручивать и свечки докидывать. Не всегда, правда, получается, но все-таки это дает результат. И все равно инициатива на стороне соперника. То есть ты ничем не рискуешь, перекрутишь ты или откинешь еще раз. То есть это ошибка будет либо у него, либо ты просто не твое очко ты выиграешь, и все. Когда вот такой напряженный момент, решающий очко, вы сильно волнуетесь? Да, конечно, все волнуются, мне кажется. Или это не человек, если он не волнуется. Но в этом есть спорт. Он непредсказуемый и дает испытать такие эмоции. Поэтому я играю в настольный теннис. Я поздравляю вас с такой замечательной игрой. И желаю, чтобы у вас все дальше так продолжалось. И вы продолжали получать удовольствие от игры и побед. Спасибо большое.